Дистанционное управление автоматики от компании DUVI осуществляется по радиошине частотой 433,92 МГц. Так как управляющий сигнал передается по радиоканалу, то он может проходить сквозь стены и другие препятствия на расстоянии до 30 метров. Все элементы системы умного дома от компании DUVI не требуют долгой настройки. Сейчас мы вам это продемонстрируем. Для начала необходимо осуществить кодирование пульта. Это связано с тем, чтобы не запутаться при следующей кодировке радиоадаптеров. На задней панели пульта под крышкой батарейного отсека находится предназначенный для этого поворотный регулятор с буквенной системой кодировки. Выставим его, например, на канал Е. Теперь займемся настройкой принимающих радиоадаптеров. Каждый принимающий сигнал прибор пульта имеет два поворотных выключателя – буквенный и цифровой. Буквенное значение регулятора пульта и значение регулятора прибора-приемника должны быть идентичными. То есть, если регулятор пульта установлен в нашем случае на канал Е, то регулятор приемника также устанавливаем на канал Е. Это так называемый частный код. Далее присваиваем приемнику порядковый номер. Этот номер будет соответствовать номеру кнопки на пульте. Теперь проверим работоспособность. Подключаем радиоприемник к розетке. Вставляем в радиоприемник устройство. И нажимаем кнопку на пульте, соответствующую порядковому номеру приемника. Итак, мы продемонстрировали настройку дистанционного управления автоматики DUVI. И как вы сами могли убедиться, никаких сложностей в настройке подключения приборов у нас не возникло.